Раз в год мы собираемся с вами, чтобы узнать, какие же приложения стали лучшими по версии компании Google, и могу с радостью вам сообщить, что это время настало. Ура, товарищи! Я с огромным удовольствием представляю вам топ-9 лучших приложений от Google для Android за 2019 год. Встречайте! Woebot предлагает пообщаться с ботом-психологом, который поможет разобраться в жизненных проблемах и настроиться на позитив. Чат-бот в приложении предлагает пользователям методики борьбы с ежедневным стрессом, прокрастинацией, одиночеством, зависимостью и многим другим. С Envision AI люди с нарушением зрения получили возможность самостоятельно совершать покупки в супермаркетах, пользоваться общественным транспортом, читать меню в ресторанах и не только. Приложение анализирует объекты и озвучивает необходимую для пользователя информацию. Приложение позволяет пользователям обмениваться опытом и переживаниями, связанными со сложными жизненными ситуациями. С его помощью можно находить единомышленников и делиться своими историями в одной из групп: обучение медитации, переезд, расизм, депрессия и сотни других. Фантастический шутер с одиночной кампанией, кооперативом и режимом PvP. Если вы искали игру, которая может проверить графические возможности вашего смартфона, то это именно она. Это приложение для фонового воспроизведения видео во время готовки, физических упражнений или отдыха в конце рабочего дня. На выбор масса каналов по интересам. Более 40 подборок видеороликов для фонового воспроизведения во время готовки, физических упражнений, отдыха или других занятий. Подборки собраны вручную. Жуткая кооперативная головоломка для двух игроков на различных устройствах. Раскрывая секреты мистического мира, вам придется общаться между собой при помощи голосовой связи. Играть можно как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. Удобный графический редактор для легких и приятных дизайнов. Графический редактор позволяет создавать визитки, логотипы, истории для Instagram, приглашения и другие карточки. В приложении более 60 тысяч шаблонов и 3 миллиона изображений в библиотеке. Это приложение для тех, кто ностальгирует по традиционной бумажной переписке и хотел бы пообщаться с единомышленниками при помощи виртуальных писем в конвертах. Сервис позволяет найти друзей по переписке. С помощью приложения можно писать классические письма в виртуальных конвертах с марками. Красочный экшен с пошаговыми боями, для которых нужно собрать свою команду героев или же злодеев из вселенной Marvel. Персонажей много, всех можно улучшать и прокачивать. Игра предлагает создавать свой отряд супергероев и сразиться с врагами за будущее планеты. Приложение доступно и для смартфонов, и для планшетов. Ну что ж, можно сказать, что Google постарались. Топ и правда вышел интересный и полезный, но для того, чтобы попробовать некоторые из этих приложений, необходим смартфон. Его-то вы и найдете в нашем интернет-магазине sibdroid.ru. Ну а для вас это видео подготовил я, Игорь, и интернет-магазин sibdroid.ru. До скорых встреч!